Вот он, аэропорт, старый терминал. Вот их позиция укроповская, минометная. В муках. Во дворике. Между двумя терминалами. О, мины брошенные. Бежали отсюда. Летели нахер отсюда, все побросали. Улепетывали. Вот он, станочек на родной. О, долбили в снарядных ящиках. Яму уж выбили. Мины-то нетронутые все. Готовили нам подарочки. А вон сами получили. Все раздолбано. Грозно это. 2014. Уги не разорвавшись. Ладно, улепет он отсюда. Это шо? Тоже подарочки, то есть хвостатые. Так, ладно. Зарешетили на как, а? Здание нам. Хоу. Парадный. Туман. Хера не видать. Ну вот подарков от них ждем, что они в тумане поползут куда-то, гады. Так, это свои ладят. Не стрелять. Не стрелять. Не стрелять. Это ми. Кошки, домой ползем. Кто там лазит? А? Что-то много своих стало везде. Что-то везде свои, говорю. Разведка наша. Приехали, би-би-би-би-би-би, поехали кататься, би-би-би-би-би-би-би, за нами не угнаться. Танцуй, Россия, и плачь, Европа, на Украине полная, 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 полная жопа. Приехали. Шикарно бы снять, а? Заклиненный, наверное. Тюсик. Тюсики. Да, хорошо. Размотало. А
вон, ловится, они на бэхе, по-моему. Ну. А? Это подарочек. Смотри. Эге. Опасная хуйня, трогать ее. То, эфишечка. Ну, нахуй надо, блядь. Пускай лежит. А? Смотри, вот это надо танк уебать такой. Ну. Слушай, куда попали ему? С той стороны размотано, по-моему, все. Какая уже разница. Расставило все нахер. Они-то, видишь, не ждали, что их выбьют отсюда штурма. Так. Где-то у них холодильник с трупами тут валялся. Брошенный. А где у них, говорит, холодильник-то с трупами, со жмуриками? И бойтер. Вон там бойтер был, он стоит. Деревья весной расцветут, возможно. Полная шопа. Опа. Добрый вечер. А? Ну просто вот это всего крупно. Ради прикола. А, да ты, короче, на открытой, на телевидении, типа, подрабатываешь. Да ну ты что, шутишь? Нет. Нет. Сам по себе мне нахуй похуй вообще на себе. Я думал, там снял, потом отослал. Нет, да ну ты что? Нет, это так себе домой. Память, короче. Ну, нет, раньше-то видео не было, из Грозного. Ни одного видео не привез, жалко, да там-то вообще было на что посмотреть. Тогда этого не было, такой аппаратуры. Была, да, у богачей. Вот.